Жизнь слишком длинна, чтобы помнить все, и слишком коротка, чтобы что-то забыть. Удивительно, но если я хочу вернуться в прошлое, достаточно вспомнить музыку тех лет. Родился я в маленьком городке, где главным развлечением для нас был стадион. Часто с уроков сбегали, чтобы мяч погонять. Жили мы на одной улице, четверо нас друзей было. Я, Вардан, Сурен и Амо. Однажды мы узнали, что к бабушке Лусине, что жила на нашей улице, приехала ее внучка издалека, не на каникулы, навсегда. Так в нашей жизни появилась она, Ануш. Почему это ты так решил? Я не согласен. Ты на меня не ори, ты понял? Что делаете? Да ты сам орёшь! Что делаешь? Что случилось? Все, успокоились. Я оставила вас на одну минуту, и что вы устроили? Вам что, по 10 лет? Сурен, ну ты-то как это допустил? Ничего не случилось. Так, недоразумение. Правда же? Ничего не правда. Сколько можно уже скрываться и не договаривать? Из-за тебя это все. То есть я еще и виновата? Что значит из-за меня? Вартан правду говорит. Из-за тебя это все. Ты разве не видишь, что мы тебя любим? Я тоже вас всех люблю, дураки. Да не то, Анужде, не так. Мы живем на этой улице, так? Так. Дружим с детства, так? Так. Но мы уже взрослые. И это больше, чем просто дружба, понимаешь? В общем, надо что-то решать тебе. Ребят, вы чего? Да мы ж всегда вместе, в кино, на танцы. Вот именно. Все время вместе, всегда и везде, впятером. Мы что, хоккейная команда? Нет, надо решать, кого ты полюбишь, кому ты дашь шанс пригласить себя на свидание. Вы что придумали? А меня кто-нибудь спросил? А меня кто-нибудь спросил? Уходите! Я на вас смотреть не могу! Обидели мы Ануш, конечно. Некрасиво как-то все тогда получилось. Но когда же еще совершать глупые поступки, если не в молодости? Папам так скучаю. Мне и с бабушкой хорошо, она меня очень любит, просто... Мам, я так редко тебя вижу. Даже голос твой забывать стала. А когда ты приходишь, ты молчишь. Я говорю с тобой, а ты улыбаешься, гладишь мою руку и молчишь. Мам, пап, мне вас так не хватает. Слушайте, а вам Ануш не звонила? Нет. А тебе что, звонила? Нет.
нам она домой заходила, записку маме оставила. Для меня. На день рождения зовет. Сегодня. 5. Ребят, давайте только без ругани, хорошо? А то стыдно было так. Устроили свалку, вазу разбили. Я ей такую же купил. От нас всех. Вот цветы туда положим и подарим вместе. Ну, это понятно. Делать что будем. Ну, вы понимаете. Только без обид. Ну, пускай Ануш сама решит. Да, братья. Сурен прав. Давайте для начала помиримся с Ануш, извинения попросим. Поздравим ее, но эту тему поднимать не будем. Не надо портить ей праздник. Ну, а потом... Не знаю. Будет видно. Да. Может, в кино сходим? Что? Опять, что ли? Мы уже 3 раза там были. Не 3, а 4. Но в этом месяце еще не ходили. Как раз сеанс начинается. В буфет сходим, пирожное поедим. Ты знаешь, я Мгира видел. Кого? Картычана, кого еще? Я месяц назад в городе был. На спектакль ходил. Там Фрунзик играл. Ты знаешь, у него удивительный монолог о шахматной пешке. Я когда смотрю на пешки, когда задумываюсь об их судьбе, ей-богу, прям слезы наворачиваются. Чтобы один единственный солдат дошел до победной горизонтали, необходимо, чтобы все остальные пожертвовали собой. Ну ты к чему это? Просто вспомнил. Красиво ведь сказано. Ну, что ты хочешь? Мгер гений. Пусть 100 лет живет. А тебе мат. Смотри, Ромео. Подожди. Это не просто Гата. Это ваша Гата. Мы дружим с самого детства. С самого моего приезда к бабушке после смерти родителей. Вы с самого первого дня меня поддерживали и оберегали, и я... Я очень благодарна вам. Тебе, Вартан, за то, что ты всегда меня можешь рассмешить. Тебе, Амо, за то, что ты всегда первый приходишь на помощь. Тебе, Суренчик, за твою мудрость и справедливость. Тебе, Айк, за стихи, что ты мне читал. И за твое доброе сердце. Я много думала о том, что вы сделали в прошлый раз, о том, что сказали. Мы ведь росли все вместе. Я всегда считала вас своими братьями. Я никогда не думала по-другому. И потом, мы же так молоды, у нас вся жизнь впереди. Целая жизнь.
Трудно. У нас дома, когда папа и мама были живы, существовала традиция. На праздники мама пекла гату и клала в тесто монетку. И тот, кому она доставалась, был счастливым. Сегодня я сделала так же. Я приготовила тесто, положила в него монетку, испекла гату, разрезала ее на 4 части, и пусть каждый вытянет свою. Уж не знаю, стану ли я для кого-нибудь счастьем, но в кино на свидание пойду. Подожди, Гайк. Я еще не догладила. А ну, Щик. Сядь. Отдохни. Тебе доктор что сказал? Бабушка любила белье гладить. Она говорила, ее это успокаивает. Правда успокаивает. Вот и здорово. Думай только о хорошем будущем. Знаешь, если кому-то показалось, что землетрясение нас убьет, то они ошиблись. Мы живы, мы на своей земле и никуда отсюда не уйдем. Скоро дострою дом, у ребенка будет своя комната, а много детей будет, много домов построим. Ребята, наверное, пришли, пойду открою. Хорошо, мальчики, я просто немножко распереживалась, все хорошо. Ребята, Ануш, если можно, я хотел бы сказать первым. Я прожил этот год в счастье. В таком счастье, что сам себе не верил. Каждое утро я просыпался и боялся, что это сон. Видите, щипал себя даже. Я любил Ануш с самого детства. И благодарен за такую судьбу. Но я надеюсь, что мои друзья не держат на меня обиды. Все было честно. Но я же не виноват, что такой невероятный счастливчик, а? И что именно мне посчастливилось получить свою монету. Вот она. Yeah.
Когда вы уезжаете? Завтра. А, нет. Уже сегодня. Через 6 часов. Слушайте, как мне обидно, что я не могу с вами поехать прямо сейчас. Ты что? А как же Ануш? Как же ты ее оставишь одну? Скоро роды. Все будет хорошо. Ты, главное, береги ее. А сын родится? В честь меня назовешь. Чтобы вы опять не спорили, дочку рожу. А давайте я соседа позову, чтоб сфоткал нас на память. Mm-hmm. Да, давай, правильно. Отлично. Mm-hmm. Дедушка, а что дальше было? Я ушел за ними позже. Сразу после рождения дочки, вашей мамы. Но Вардан и Сурен 2 дня держали оборону в одном из наших сел и не дали взять его. Аму тоже погиб. Через неделю после ребят. Вардан, Аму, Сурен, подойдите ко мне, дети.